Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об украинских монетах. Одна копейка 1994 года и 96 года. Цены на них, конечно, очень радуют и приятно впечатляют. И, кстати, если вы еще новичок в нумизматике, настоятельно просто рекомендую вкладывать вот в такие подобные монеты. Если ты новичок на моем канале, обязательно подписывайся, потому что впереди будет именно для тебя очень много ценной информации. Как о нумизматике, так и по остальным предметам. Итак, поехали. Одна копейка 1994 года. В серебре я посмотрел цены по украинским аукционам. Итак, в серебре 4800 гривен и 5150 гривен. Согласитесь, цены очень вкусные. Из меди 3550 гривен и 4010 гривен. Вот по таким ценам как можно купить, так и продать. Магнитная сталь 4450 гривен и 5720 гривен. Вот за такую с виду обычную монетку. Итак, где эти монеты вообще можно встретить? Частота их выпадания, попадания, особенно это Донецкая область и Луганская область, так как эти монеты чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Поэтому рекомендую пересмотреть все свои копилки, какие-то мешочки, пакетики с мелочью, и, возможно, вам попадутся такие монеты. Также я готов эти монеты покупать. Контактный номер, как всегда, под любым роликом на моем канале. И переходим к одной копейке 1996 года. И теперь по ценам. Штамп 1БА, цена 1214 гривен. 1140 гривен и 1280 гривен. Я записал несколько таких вот интересных проходов. Затем более интересный штамп 1БВ, мелкие ягоды. И ушла такая монетка за 3600 гривен. Вы просто вдумайтесь, 3600 гривен. И в серебре теперь цены 1500, и был один очень яркий проход по 2900 гривен. Вот такие вот интересные, замечательные цены на такие капушечки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!